Привет, ребята, и мы начинаем наш тур, и начнем мы с мастер-класса Шарлотты Хельгесы. Вот Екатерина у нас попала в финал, и сейчас будет танцевать. Итак, я вам даю 5 секунд догадаться, где мы и кто это за люди. 5, 4, 3, 2, 1. Это наши девочки, это мы все. И мы в Швеции. Всем привет! Мне надо придумать позу. Да, ну там шпионцы нормально. Нет, мне не нравится. До свидания. Это так тупо, я не могу. У меня сегодня нет вдохновения. Нет, до свидания. И повыдирай. Мы в Швеции! Мы в Швеции, мы в лагере, мы все вместе, и мы воссоединились, и познакомились чуть-чуть. Сегодня был первый день, но как бы можно вот заметить, что мы такие немножечко не очень готовы к влогу. На секундочку. Сейчас 22:40. Да, сейчас 22:40. У нас прошло три класса прошло. Они были очень классные. Вам нравится лагерь? Очень сильно. В общем, это у нас был первый день. Как бы это просто, чтобы начать наш влог. Завтра мы вам покажем больше. Мы очень устали, так что спокойной ночи нам. Нам нужно набраться сил. И завтра на тренировке. Начнем с рубрики 360 градусов. Все, идемте на тренировку. У нас второй день. И у нас уже прошло 5 классов, с утра 3. Мы начали в 8 утра, но еще сегодня... Еще сегодня у нас 2 класса, а потом мы будем отдыхать. Вот, в общем... Evening activity. Это я не знаю, что мы будем делать, но что-то интересное. В общем, сегодня тренировок на 9 часов. Ну, здесь очень прикольно, очень круто. И вот у нас сейчас будет класс у Энди и Юста по диско. И потом последний у Шарлотты будет. Вот. Хотите, я вам принесу что-нибудь вкусненького попробовать? Нет, она... Нет. Я думаю, что вы не хотите. Стойте. Потому что... Я делюсь с вами конфеткой. Да, это можете кушать. Мы идем с вами на класс. Надо не забывать воду, кроссовки. Обязательно. Вот так. Мы покушали, и мы полны сил и энергии. Я выпила кофе, она была как будто с маслом, и мне нехорошо. Но ей было очень хорошо, когда она пила, потому что она говорила, что она безумно вкусная. Но она реально вкусная была. Сэй, привет, Дэнни! Это как за шутка не зашла, но хочется смеяться. Да, хорошо, идем. Ну, пошли. Hi. She wanna say to you something. Okay. When I was 10 or 11 years old, I was in Norway in Studio One. You was there too. Oh yeah. And one day, it's funny story. We sat in the hall together, and I said to you, "Hey, Danny, said привет." Said привет. It's in Russian. Yes. What did I say? You said it and then... Thank you so
Мои подружки, сучки. Я нашла самое удобное место на этой кровати. Знаете, у меня еще мода. У нас такая вот тусовка красивая. Мы отдыхаем. Да, вот там еще есть наш друг. Его не видно. Ну ладно. Я говорю, уроки украинского языка. Привіт, це Катін влог. Вона дуже хороша дівчина. Вона дуже хороша дівчина. Привіт, це мій влог. Зараз я вам зроблю рубрику 360. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Вона дуже красива дівчина. І от і все. Ставте колокольчик. Підписуйтесь на мій канал. Вот і все. Катюх. Очень вкусный шоколад. Влог Катюши Николаевой. Сейчас она будет прыгать, и я буду снимать. Это далеко, наверное. Надо со вспышкой, чтобы красиво. Конечно. Было. Ну, Настя. You really have an audience here. Oh no. Oh yeah, yeah. Good night, babies. Good night, Babel. Babies. Good night. Good night. Slay. 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 Are you gonna slay? Slay. I'm gonna slay. Good night. Oh my God. Здравствуйте, Швеция. Я ждала этого очень давно. Когда-то я приезжала в этот лагерь, когда мне было 15 лет. Приезжала, тренировалась. Сейчас я тут. Я не могу в это поверить. Я даю мастер-классы. Буду объяснять разминочные движения. Это очень важно. Начинаем с шеи.
Шея всегда важна, вот так вот медленно каждую мышцу прорабатываем по кругу, в обратную сторону. И потом начинаем. Вот такое движение. У нас сразу же отрабатываются пальцы рук, разминка идет. Мы двигаем ноги, пальцы ног разминаем, все у нас размялось. Можем начинать хореографию. Я думаю, что надо сначала быстро вам показать, чтобы вы поняли, как бы вошли в это. Я пропустила, там очень такой тонкий момент, когда я показала, как у вас может стучиться, если вы вдруг пропустите. Давайте, еще разок. Вы поняли? Учитесь на ошибках. Научу вас ловить это ртом. Мимо. Значит, берем такую штучку, поднимаем вверх, просто сначала. Нет, открываем рот и забрасываем. Попробуем еще раз. Вначале. Сейчас послушаем. Нет, нужно пониже взять. Вот. Второй вариант. Будем делать так. Забрасывать. Берем, открываем рот и забрасываем. Не получилось. Не расстраиваемся. Берем еще раз. С пола поднимаем. Не расстраиваемся. Берем еще раз. Простите, простите. И второй, и третий раз не расстраиваемся. Могу показать мастер-класс. Ничего. Ничего. Смотрим. Нормально. Попробуем еще раз тебе третий вариант. Нужно подкинуть, чтобы залетело. Go. Я вам расскажу секрет. Все, начинаем, я поняла. Она говорит, что она дает мастер-класс. Да тихо, я начинаю класс. Что вы мне мешаете? Свой. На самом деле, она стырила его в Юста и Энди. Неправда, это когда-то были мои первые учителя в этом стиле. Я ничего не стырила. Кидывают помидорами, на тебя закидали чипсами. Я уже 6.48. Да, клац-клац надо сделать еще. Вечерком вернулись мы с тобой с чайком, чтобы экзамен подписать и успешно Аню сдать. Пусть найдет она опять Гришу на кол насажать. Пусть сидит он на колу и вертит. Днем рождения и дарю тебе творенье, любимый Гришенька косой, иди ты лесом, дорогой. Это там одному мальчику. Произошел весь конфуз, медведь оказался у моих уст. Это не бред. Я могу расшифровать каждое слово. Давай. Расшифруй мне, мудила. Делать, помоги. Расшифруем так и быть, дабы тайну сохранить. Вот это мое самое любимое творение. Потому что здесь как бы такое идет противоречие. Расшифруем так и быть, дабы тайну сохранить. После бурной дискотеки оказалась я в потехе. Это у нас была дискотека там зимой. После нее все началось. Вы что, меня все снимаете? Интересно. Что вы снимаете? В смысле?
всем привет. Было очень классно, правда? Да. Рубрика 360 градусов. Вот. Ну, в общем, вот мы сейчас сидим, будем прощаться уже так печальненько. Да, уже все. Уже все. Вот в следующем году уже будет влог нормальный. Ну, хотя или я нет. Не знаю, да. К тому времени купить нормальную профессиональную камеру, вы снимаете. Да, у меня уже будет хотя бы 200 тысяч подписчиков. Да, да, да. Mm-hmm.